Осторожно, ребята, возле забора! Нам подарили бытовку. БУ, но, ребят, дареному коню в зубы не смотрят, и мы очень за это благодарны. Очень. Наверное, бытовка стоит дешевле, чем работа эвакуатора. Мы, наконец, пристраиваем вольеры к этим бытовкам, где сидят подрощенные уже щенки. Материалы вот берем, где-то срезаем лишние, где вот, вот, например, вот такие вот лишние профиль срезаем. Столбы где-то вот понаходили, железо, где старенькое все, ржавенькое. В общем, из того, что было, как говорится. И вот немножко доски мы взяли в долг. Наконец-то вот эти вот подрощенные уже, вот с мамой сидят щенки, уже такие большие стали они. И вот этот вот мальчик у нас тут, он, конечно, не один, но он такой классный, такой охотничий. Парень у нас совсем не пристраивается. Вот так вот он у нас гуляет, да? Лапы на улице, скажи, я вот так гуляю, я хочу вольер. Вот наконец-то у него, да, будет у тебя вольер скоро. Гулять, скажи, хочу, да. Строим тебе вольер, да. Вот этим вот. И вот этим вот малышам уже, которые не малыши, да? Мы уже не малыши. Скоро стерилить пора. Да. Вот. Будет у них вольер вот так. Вот такой. Держи доску. Держи. Держи. Вот видите, вот обрезаем. Где-то нашли вот такие вот ржавенькие, бэушные столбы такие вот. Где-то вот тут даже крашеные. В общем, из того, что было. Ребята, мы переставили бытовки, забрали их из болота, потому что там очень болотистая межместность. Мы пристраиваем к этим бытовкам вольеры. Сделали там, теперь делаем здесь. И животные, которые у нас находились в бытовках, они скоро будут жить в вольерах с выходом на улицу. Друзья, для этого нам нужны стройматериалы. И я прошу вас, если есть возможность, ребята... Ребята, из-за того, что у нас нет стройматериалов, но нам удалось купить доски по 11 тысяч. Вот видите, мы взяли кошачью сетку. Она тонкая. Мы натянули кошачью сетку, а сверху сделали жесткие ребра из досок. И, по крайней мере, собака тогда не порвут. Не порвут они. Ну, хотя бы так, на первое время. А потом, когда у нас появятся деньги на сетку, мы... Ой, со старыми дырками.
Здесь повеселее, да? Места много? Друзья, с вами лохматая душа. С вами лающая и мурлыкающая лохматая душа. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Очень. Потому что никто, кроме вас, их не накормит. Я прошу вашей помощи, друзья, пожалуйста. Я очень-очень прошу вашей помощи. Дорогие друзья, малыши подросли, и нам необходимо их рассадить. И я обращаюсь ко всем. Мои хорошие, помогите, пожалуйста, приюту. Мы спасаем очень много детей. Очень много. И вы спасаете их вместе с нами. Прошу вас, друзья. Друзья, ко мне обращаются с Минской усыпалки отовсюду. Ребята, я вынуждена отказывать, потому что, друзья, посмотрите, что творится у нас в приюте. И кто будет спасать российских животных, если мы будем забивать в Подмосковье собаками из других стран? Из Белоруссии, из Казахстана, из Украины. Ребята, а кто будет спасать наших российских щенят?